Привет всем, с вами Лига Music Wars. И сегодня у нас две очень интересные темы, которые мы будем рассматривать. Это каналы на YouTube, новые каналы на YouTube и возвращение старых каналов, те, кто к нам возвращаются с новыми видео. И, соответственно, канальчики, которые портят репутацию нормальных вододелов, выставляя читы. Все это дальше в видео. Конечно, после заставочки. Ну а теперь, уже когда мы все посмотрели, можно продолжать. Начнем мы, конечно, с первой части, ребят. Самое интересное всегда. Это у нас обзор видеоканалов, которые стоит посмотреть или стоит заходить. Иногда на них тоже бывают хорошие видео. Итак, хотел сказать спасибо, ребята, вам за то, что вы подписываетесь на мой канал. Мы идем к 2500. Спасибо большое. Никак я не мог. К сожалению, вот охота была вставить. Вот прям охота была. Спасибо, ребята, за подписку. И первый канал у нас Сероглазка. Не знаю, видели вы, не видели, Grey Eyes, режим не доната. Своеобразная, скажем, подача получается донатного персонажа. То есть персонаж, который влито было, по, судя по характеристикам, где-то около 30-40 тысяч. Соответственно, в дальнейшем не вливать в него рубины и не прокачивать. То есть очень странная тактика. Однако сейчас, получается, человек, который играет на этом персонаже, не вливает в него рубинов. Я бы посоветовал все-таки купить месячный план. Ну, хотя бы что-то, ну, будет. Так. Следующий у нас, мы хотели сказать, с возвращением. Music Wars псих. Псих вернулся к нам. 4 дня назад у него были первые видео. До этого человек куда-то пропал, соответственно, и 2 недели его не было. Наверное, было что-то интересное, либо человек просто не хотел писать видео, но тут уже как бы так сказать-то, сам виноват, мы тут ни при чем. Ссылочки внизу в описании, ребята, будут на эти 2 канала. Интересный канал недавно появился, подписчиков мало, но, ребят, просмотры во многом не соответствуют. Уже несколько его видосиков посмотрел, видите, по моим красным линиям, то есть, что я начал просматривать. Ну, как бы так, очень своеобразно, но все равно, видео без комментариев очень тяжело расходятся, поэтому, Семен, давай старайся немножко, придумаю какие-нибудь отдельные комментарии, то есть, так как делают остальные. Или если ведешь для себя канал полностью, то лучше видео, конечно, скрыть с Музварза. Смотри левее. Так, видишь, вон двое идут. Знаешь, кто такие? О, брат. Это жулики. Ну а сейчас мы плавно переходим ко второй части этого видео. Читы Музварс. Читы на рубины, на звезды, на кредиты, все, что хотите, ребята. Все вам предоставят эти видео. Но проблема лишь в одном, что они ничего не делают, кроме того, что портят ваш компьютер, соответственно, и, возможно, сливают ваши данные. Это такая небольшая покость. Вы же знаете, я уже не первый раз говорил, но все равно появляются такие видео. Я за ними стараюсь следить, и мало того, что я стараюсь следить, обязательно ставлю дизлайки и кидаю жалобу. Что я вас и хочу попросить. Сегодня у нас на разборе 3 видео, которые выложили именно за этот месяц. Но я понимаю, когда одно оно появляется, я еще не напрягаюсь. Но его же смотрят. Его смотрят больше, чем мои видосы, ребята. 830 просмотров от 11 ноября видео. Ну, вот что вот прямо. Хотя видно, да, если вы посмотрите, что, ну, не прокачанный получается персонаж, ничего. То есть такой своеобразный человек просто зашел именно на обмане. Дальше, что вы делаете, ребята? Вы заходите, нажимаете здесь на кнопку «Пожаловаться». То есть, давайте я нажму. Вот так. Дальше выбираете «Спам», «Введение в заблуждение», «Мошенничество». Выбираете время, допустим, я вот выбрал 20 секунд, и пишите «Введение в заблуждение».
Ну, то есть, или пишите, что распространение читов на Ютубе. Или видео не соответствует Ютубу. То есть, и так далее. Если на это видео наберет хотя бы, ребята, 100 жалоб, просто 100 жалоб оно наберет, то это видео вылетит в баны. Как и все предыдущие, которые у меня были, на которые я делал, ребята, обзор, они все ушли. Просто вылетели. Это предположительно, что, конечно, вмешивается сама администрация, но эти надо видео, ребята, пресекать, потому что скачивание таких программ чревато большими последствиями. Это я покажу вам в дальнейшем. Следующее видео у нас из того же формата. Читы ВКонтакте. Ребят, я звук выключу здесь вот. Человек, то есть, проходит, запускает также программу, соответственно, и пошел, смотрите, о, чудо, у нас миллионы звезд, тысячи и тысячи всех разных, вот прям вообще просто супер. Но, как вы понимаете, такое тоже невозможно. Здесь также, ребята, но я по привычке ставлю дизлайки, конечно, но смотрите, у человека 3000 подписчиков, то есть представьте, это мало того, что на видео накручивают, ну там просмотры, допустим, у него еще и подписчики накручены. Та же система, ребята, нажимаем пожаловаться, ну, пожаловаться я стою, и все, и пошло. Выбираете время, выбираете что, выбираете мошенничество и так далее. Надо собрать хотя бы 100 жалоб от простых людей об уровне мошенничества. Ну и по вашим дизлайкам, ребята, которые будут под этими видео, я буду точно знать, что вы перешли на эти видео и заблочили их, чтобы их не было на интернете. Защищите себя и компьютеры других, кто играет. И третье это взлом ВКонтакте, то есть здесь тоже своеобразная вещь. Здесь человек ломает ВКонтакте, соответственно, и дальше переводит себе, то есть типа голоса, переводит рубины, тоже можно посмотреть. И здесь тоже, ребята, смотрите, тут мало, тут накручены лайки, то есть тут лайки накручены, потому что видео вышло 21, ребята, декабря вышло, и такое количество просмотров, а дизлайков всего 6. Причем учесть то, что видео 100% не работает, потому что они используют ту же самую систему. Ну вот, сейчас, подождите, я сюда вернусь, вот, типа вот такой окошечной программы, которая прям 100% цепляется к ВК и делает все, что угодно. Ладно, это я так посмеялся. Немножко. Ну а дальше, ребята, я продемонстрирую, как я пишу читы на Music Wars. Посмотрим, как это все делается, чтобы вы в дальнейшем просто не покупались на эти вещи. Ребят, не забываем дизлайкать эти видео, не забываем кидать жалобы, чтобы их с YouTube удалили. Это делается очень быстро.